Колдун Амарай, что вы знаете о магии вуду? Узнайте секреты воздействия на судьбу человека. Все ли вас устраивает в жизни? Хватает вам денег? Есть ли рядом любимый человек? Насколько вы любимы и желанны своим мужем или женой? Если хоть что-то в вашей жизни идет не так, то это можно изменить, пока не поздно. Сила и надежда – вот ваше главное оружие, которым вы сможете побороть судьбу. Эффективным инструментом на пути к вашей мечте станут ритуалы магии вуду, которые используются много столетий подряд для решения любых проблем, привлечения удачи, исполнения желаний и защиты. У всех обратившихся к ритуалам этой древней магии получилось изменить ход своей жизни. Хотели бы вы узнать, как это делается? Для начала ознакомимся с особенностями проведения ритуалов. Одна церемония общения с духами именуется сантерией, сантерия, и проводится она в особенных условиях, когда маг вуду, бокр, входит в контакт с лао, так называемым множеством духов. Высшим божеством религии вуду считается существо бандье, бандай. Духи обитают в потустороннем пространстве Ле-Гвинея, и считается, что в любой момент колдун вуду может обратиться к этим существам для исполнения любой просьбы в процессе выполнения магических ритуалов. Магию вуду сложно назвать белой или черной, потому что это мощная энергетическая структура. Она может воздействовать на любой спектр жизни человека. Так, например, вы сможете быстро вернуть любимого человека или привлечь удачу в свою жизнь. Шокирующая правда о магии вуду – то, что поможет вам изменить свою жизнь. Конечно же, вас интересует возможность воздействия на свою судьбу через ритуалы вуду. Влияние высших сил на ваше здоровье, взаимоотношения с близкими, физические и духовные увлечения может произойти только через проводника-колдуна вуду. Одним из сильнейших проверенных магов современности сегодня считается колдун Амарай, отзывы о силе которого у многих на слуху. Колдуну Амара удалось достигнуть высшей ступени развития в магии вуду, асогу. Это уровень, на котором колдун способен создавать энергетических астральных помощников себе в помощь. Вы должны понимать, что простой человек не способен правильно совершить сантерию. Чтобы получить результат, нужно обладать не просто силой магии, но и владеть специальными атрибутами вуду. Вот некоторые из них: вольт – традиционная кукла, символизирующая определенного человека. Черные свечи, набор трав, семян и кореньев, инструменты ассотор, метаны и амулеты от злых духов. В ритуалах вуду особое значение имеет огонь. Он открывает астральные двери и впускает духов в наш мир. С помощью огня выполняется черный приворот или делается ритуал переноса порчи с человека на животное, а также через специальную куклу вуду. Куклу вуду изготавливают из разных природных компонентов и добавляют части, несущие энергетическую информацию объекта воздействия. Сами духи Ла капризны по своей природе, и поэтому необходимо особое мастерство мага вуду, чтобы ими управлять. Колдун привлекает правильных духов, способных осуществлять волю мастера. Чтобы все ритуалы прошли правильно и не было непредвиденных моментов проведения обряда, маг создает круг силы, ставит по кругу свечи. И особые защитные амулеты вуду, изготовленные из специальных компонентов, наделенные силой мага. Колдун Амарай знаком с магией вуду более 20 лет. Это проверенный маг, который сегодня считается лучшим практиком в Европе и странах бывшего СНГ. За это время ему удалось изменить судьбы тысяч людей, которые доверили ему свои судьбы и жизни. Вот что пишут в редакцию те, кто уже обращались к колдуну Амарай, отзывы: Виталий Тверь, до сих пор не пойму как, но я неожиданно обрел успех. Дела в бизнесе резко пошли в гору. Когда у меня начались проблемы, жена меня бросила и здоровье стало ухудшаться. Я думал, что не переживу всего этого и был готов на все. Поэтому обратился к колдуну Амарау в качестве последней надежды. Уже через неделю дела мои стали налаживаться. Как и обещал маг вуду, жена сама пришла и просила ее простить, но я ее выгнал, так как не смог простить и решил встречаться с другой. Здоровье как у быка. Недавно купил новую машину, о которой долго мечтал. Елена, мяс, когда тебя бросает муж с двумя маленькими детьми на руках, жизнь катится в преисподнюю. Ты бьешься из последних сил, проклинаешь себя и все вокруг. Я не могла работать, потому что некому было сидеть с сыновьями, а на жизнь нам катастрофически не хватало денег. Я готова встать на колени перед господином Амараим, которому удалось спасти меня. Это настоящее чудо. Теперь я чувствую себя прекрасно, а муж вернулся недавно, готов исполнять мои желания и заботиться о нас.
Алина, Владивосток, спасибо колдуну Амарау за то, что он делает людей счастливее. Эта магия вуду работает, я лично убедилась. 8 лет испытывала безответную любовь, а теперь он только мой и даже не смотрит больше ни на кого. Если что, колдун делал магический приворот, черное венчание по фото моего любимого. Эффект не заставил себя долго ждать. Надежда, Подольск, у моей сестры была странная болезнь. Никто не мог поставить ей диагноз. Она угасала с каждым днем. Были приступы, словно некая сила вселилась в нее. Она ничего не ела и постепенно угасала. Случайно я наткнулась в сети на сайт колдуна Амара, отзывы прочитала и решила воспользоваться этим шансом. Колдун помог, снял у сестры порчу, и она уже год как абсолютно здорова. Вот недавно забеременела. Проверено временем воздействие магии вуду на судьбу человека, что можно изменить в жизни человека через общение с духами и силой магии вуду. Практически все, то, что не подвластно логике, медицинским законам или мнению большинства, может быть изменено магическим ритуалом. Если обратиться к самому сильному магу, такому как колдун Амарай, то можно рассчитывать на 100% гарантии и быстрый результат. Потому что Риши и Ла всегда охотно идут на контакт с ним. В каждом случае нужно обращаться к определенному духу, рисовать его символику на земле Вив. Иногда для этого используют дым, в других случаях кровь или специальные вещества, мука, фуражное зерно. Одежда, запахи, эфирные масла, четкий ритм, батсири, барабанные дроби, любая мелочь имеет значение в проведении сантерии. Вот что можно изменить магией вуду в жизни: восстановление семьи, возврат любимых, укрепление союза. Здоровье, исцеление, укрепление иммунитета. Продолжение рода, призыв к беременности, здоровье ребенка в утробе. Защита от внезапных ситуаций, ведущих к угасанию жизни. Наказание врага, соперницы, соперника, воздействие на судьбу недруга. Защита от несчастья, влияние высших сил, изготовление личного амулета на удачу. Богатство, приумножение дохода, влияние на других, власть. Порча, сглаз, сильный приворот, черное венчание и другие. Любой из этих магических направлений подвластно колдуну Амарай, отзывы о котором всегда положительные. Колдун знаком с десятками техник воздействия на человеческую судьбу. Одна цель означает индивидуальный обряд с тщательно подобранной атрибутикой. Ритуалы проводятся в специальном месте Киемист с установленным в нем личным алтарем. Там же хранятся все символы магии и вуду, сила которых много раз была подтверждена на практике. Можно ли проводить ритуалы, в частности приворот, без личной встречи с колдуном? Практика показывает, что такое возможно. Силы духов Альбиола способны влиять на жизнь человека через его изображение в фотографию. Это означает, что вы можете заказать ритуал у колдуна, просто отправив ему по интернету фотографии и указав все необходимые для его работы данные. Правильно проведенный приворот вуду, отзывы тех, кто делал приворот, подтверждают исключительную эффективность магии и вуду. Помните, что вуду не просто магия, а давняя религия. Она тесно связана с христианством и даже официально признана католицизмом. В доказательство этому можно привести духов Мама, Бриджит и Лилигба, которые, по мнению знатоков религии, являются прототипами Девы Марии и апостола Петра. Изображения святых в вудуизме нередко напоминают лики на христианских иконах. Сильнейшие экстрасенсы мира признают магию вуду наиболее действенным инструментом, который можно давать в руки только посвященным. Только избранные реальные маги способны действительно исправить ситуацию человека, сделать сильный приворот или спасти от тяжелой болезни. Таким избранным мастером среди экстрасенсов признан колдун Амарай, к которому можете обратиться и вы. И уже в скором времени ваша жизнь изменится, наполнится радостью и любовью. Ваши желания осуществятся, только нужно сделать всего один шаг и обратиться к колдуну Амарау. Более подробно о практической магии вуду, привороте вуду, сильных амулетах и обучении вуду читайте на официальном сайте мастера Амарая.